Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки в надежде получить что-то классное и, надеюсь, получить что-то кроме пояса на ДК. Поехали. Я так подумал, на Варе, в принципе, мало чего мне может упасть с целью конкретного улучшения персонажа. То есть у меня 915-я шапка в текущий момент, колечки 25-е, статстики и все остальное 30-е и выше эквипом. Ну, пояс еще ладно. Вероятность того, что мне что-то упадет полезное, крайне мала, на самом деле. Ну что ж, начнем же. Проверим спек, защита, все отлично, поехали. И это ожерелье 30-е. С весьма неплохими статами. На армса очень хорошая эта шейка. Но в текущий момент та шея, которая у меня одета, она меня тоже вполне устраивает. Так, ладно, идем дальше. Идем на ДК. На ДК, кажется, я еще вскрою тринкет. А хотя зачем мне вскрывать тринкет, если мне надо вскрывать плечи? Сейчас я продам тринкет и куплю плечики. Потому что я хочу их легендарные. И при том, чем быстрее, тем лучше. Да, я могу передать, отлично. Сделаем так. И сделаем... А где плечи? Не вижу. Нашел. Сделаем так. Сделаем вот так. Возьмем бонусную монетку. Что у нас нынче? Поля боя. Печальненько. И я получаю одну монетку. Окей. Портаемся. Будет слишком забавно, если опять упадет поясок. Так, вскроем раз, вскроем два. Ничего себе, 905-е. Ага. Вскроем три. Плащ. По факту, который мне не нужен, потому что у меня сет. Да. А, и ключ на нижний ярус. Конечно же. Какой еще может инстрофинг, действительно? Именно нижний ярус. Почему бы и нет? Так, идем. Идем, идем, никуда не идем. Ставлю почту, что-то прислали. Ничего не прислали. Ну а сейчас на паладина над руля упадет что-то прям реально классное, что я сразу же прям переодену. Ну-ка. Сейчас, так подождите маленько. Сейчас весело будет. Релик железа. Ну, у меня есть уже такое же, так что этот идет на продажу торговцу. Мол, типа сокращение сейва на 10 секунд, мне кажется, намного лучше, чем увеличение урона на 5% от каждого релика. Ну и артефакт можно апнуть. Отлично. Ну, я сделаю это потом. И идем над руля. Сегодня хоть что-то вообще полезное упадет на улучшение. Ну, хотя после вара и ДК мне уже не интересно, что падает. То есть паладин и друид, все, что я на них делаю, последние, наверное, месяца 2-3, я закрываю на них 15-й ключ и вскрываю эти сундуки, и все. А, ну, тут упало колечко. Вполне.
Вполне годная, на самом деле. То есть в то, когда мне тоже колечко упало. И в это, когда колечко. Отлично. На самом-то деле. Это дизнем. Это зачарим. Так, на чем мы там чарим? На скорость или на искусность? На искусность. Угу. 9 миллионов 100 тысяч хп. 922 эквип. Ну, неплохо. У меня сейчас еще легендарочка упала, когда я ключик проносил. Ну, синедария не особо заходит на самом деле. Для танка уж точно. Хотя я могу одевать эту легендарку в чертогах. На Одине, как вариант. Почему бы и нет. Там бой всего лишь со 100 до 80%. То есть половина боя я буду находиться под бафом пояса. Это классно, на самом деле. Ну, еще и хп себе буду нарегенивать. Ну что, получается улучшение только над руля и все. То есть Навара там надо в плане стат подумать. Ну, хотя, знаете, скорости у меня достаточно. Так что шейка там с универсальностью получше зайдет. Что еще? На паладине релик я продал. На ДК плащик я менять точно не буду, скорее всего. Да и все. Говорить больше нечего. Не знаю, есть план на ДК, как вариант, то, что собрать ему сарамарский сет, пока я не дропнул лечики легендарные. Ну. У меня, конечно, есть сарамарский сет, но он малого эквипа. Ладно, я что-нибудь придумаю. Всех вам благ. Счастья, здоровья, как говорится. Приходите на стримы дневные, ночные. Все анонсы в ВК-группе. Может, услышите что-то интересное для себя. Может, в какой-то теме пообщаемся с вами. Легендарок вам побольше, как говорится, там. Счастья, здоровья. Берегите ноги.